Hello again. Hello. И вот здесь очень важное время. Такого нет ничего. Нет present, нет ни present continuous в русском языке. Уж тем более нет никакого past continuous. И мы так здорово с тобой говорили про past continuous. Это действие, происходящее, развивающее. Действие, которое происходило, развивалось в определенный момент времени в прошлом. А здесь такой был пример. Она сказала, девочка, when we came to the mountain, это по третьей картинке, где ты бал получила большой, when we came to the mountain, it was snowing, snowing. Can you read, please? When we came to the mountains, yes. It was snowing. Где здесь past continuous? Past continuous, it was snowing. Wonderful, it was snowing. До того, как они приехали, снежок уже шел. Когда они там были, снежок что? Тоже шел. Ну и, наверное, когда они уехали, тоже шел. То есть вот в момент, когда они приехали в горы, шел там снежок или нет? Шел. Вот это и есть past continuous. Действие развивалось, происходило в определенный момент времени в прошлом. А какой определенный момент? Да когда они приехали в горы. Это и есть определенный момент. Ну, пусть они в горы приехали там в субботу. В горы приехали в субботу в 10 утра. It was snowing. Repeat. It was snowing. Good. Very nice. And let's continue. Now, question number two. Please read it. What did Laura's brother do? Good. Letter A. Excellent. Repeat. He was skiing. He was skiing. В каком времени? He was skiing. В past Past continuous. В past continuous. He was skiing. Когда они там были, он там катался. He was skiing. Окей, смотри еще. Present continuous. Есть здесь глагол to be или нет в present continuous? Есть. Какой? Am. Thank you. А есть ли в present continuous инговое окончание? Есть. Где же? Learning. Thank you. В past continuous то же самое. Есть ли глагол to be или нет? Есть. Какой? Was. А инговое окончание есть или нет? Есть. Где же? Skin. Вот это, ребята, надо помнить. Пожалуйста, помните формулу. Ну, естественно, для present continuous это am, а для past continuous это was или were. Repeat. Was or were? Was or were. Ну, yes. Потому что, надеюсь, вы помните по трем колонкам глагол to be. Как? Для первой колоночки. Как? Am is a... Это для первой. Для второй колоночки как? Was. Were. Good. А третью мы не трогаем. Но мы знаем, что там что? Been. Ну, вот такая длинная штука с этим глаголом. Он самый главный в английском языке. So, please read again three columns of the verb to be. Am is a. Good. Was were. Good. Been. Thank you very much. Дорогие мои ребята, ну запомните, пожалуйста, да, что это и есть, это все и есть, когда я спрашиваю, а вы ничего не видите. Это все и есть какой глагол? To be. To be. Что же вы не можете запомнить? Такая легкотня. Окей, good.
And question number three. What happened to Laura's brother? Good. Letter A. Good. Say three forms. Fall, fell, fallen. Fall, fell, fallen. Good. He fell on the tree. He fell on the tree. He fell on the tree. Was simple. Он упал на дерево. Кстати, есть некоторые глаголы, которые никак в continuous не поставишь. Ну как, можно разве сказать he was falling on the tree. Когда вы несетесь на лыжах и врезаетесь в дерево, это быстро происходит или нет? Быстро. Как же вы можете в continuous врезаться, а потом что же, передумаете? Поэтому есть некоторые глаголы, ну, ногу как ломают, долго или быстро, когда врезаются во что-то? Быстро. Поэтому break, broke, broken, repeat. Break, broke, broken. Окей, ну, глагол, который для continuous ясно, явно не подходит. Окей, cut. Обрезаются как? Вы что-то чистили ножиком и вдруг случайно обрезались. Подойдет для continuous или нет этот глагол? Нет. Нет. Cut, cut, cut. Cut, cut, cut. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Fall, fell, fallen. Fall, fell, fallen. Good. Very nice. So, he fell on the tree. Repeat. He fell on the tree. Wonderful. And question four. What did he hurt? Good. Let us see. Oh, nice, very nice. He hurt his nose. He hurt his nose. And his nose was bleeding. His nose. Was. Bleeding. Good. Translate, his nose was bleeding. У него, типа, кровь из носа. Шла. Ну, шла. Да, у него из носа шла кровь. His nose was bleeding. В каком времени? Past continuous. А, да, пожалуйста, ставьте. Но никак не получится поставить в past continuous. He hurt his nose. Please repeat. He hurt his nose. Он ударил свой нос или ударился носом. И дальше? His nose was bleeding. Bleeding, was bleeding. А здесь, пожалуйста, из носа шла кровь, потому что кровь идет, а... Ударяетесь вы носом как? Долго или быстро? Быстро. Поэтому past continuous – это действие, в котором продолжалось, развивалось. Вот, пожалуйста, вам и большой нюанс. Very nice. And now question five. The last one. How did he get to hospital? Good. Letter A. Thank you. He got to hospital by car. Repeat. He got to hospital by car. Got to hospital by car. Good. Ну, по картинкам, если бы вдруг. He got to hospital by helicopter. Repeat. He got to hospital by helicopter. Ну, got. Почему? Это так, это новый глагол, что ли? He got, он был доставлен. He got to hospital. He got to hospital. Hospital by helicopter. By helicopter. Good. Can you read, please? He got to hospital by helicopter. Oh, good. And picture C. He got to hospital by ambulance.
He got to hospital by ambulance. Ambulance. But you say the whole sentence. He got to hospital by helicopter. By ambulance. By ambulance. Again. He got to hospital by ambulance. Good. Он был доставлен в госпиталь на чем? На скорой помощи. Good. Ты видишь, на боку у нее написано ambulance. Да. Very nice job. Very, very, very nice job. No mistake. Not a single mistake. See you. Goodbye. Thank you. Goodbye.